Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал домашней мини-фермы «Кобыляцкая перепелочка». Тема сегодняшнего видео – инфракрасный пол в инкубаторе. Поехали! Как вы помните, я делал вот такой инкубатор на продажу, но я его таки не продал и решил оставить себе вместо старого инкубатора. Старый инкубатор я разобрал на запчасти, полезное оставил, а все остальное спалил. Вот сегодня купил 100 метров вот такого инфракрасного кабеля, это карбоновый кабель. Для теплого пола я не раз уже о нем рассказывал, он также у нас есть в нашем интернет-магазине. Также вот купил вот такие бокорезы, чтобы были в хозяйстве, и обжимочные клещи. А также вместе с кабелем и шли вот такие обжимочные клеммы и термоусадочки. И сегодня я захотел вот его модернизировать и установить дополнительный обогрев под яйцами. Сделал вот такую рамку только что. И теперь на нее буду натягивать 8 метров теплого кабеля. Получилось как-то так. А в инкубаторе это будет выглядеть как-то так. В общем, ребята, припаял я сюда еще один терморегулятор на теплый пол. Здесь все очень сложно, надеюсь, ничего не замкнет. Вот так в результате это все получилось. Как вы видите, я термопару подвязал на хомутик. Сверху теплого пола, как вы видите, установлены два вырезанных стекла. Ну а яйца теперь можно устанавливать вертикально на вот такие хомутики из полипропиленовых труб. Или продолжать ложить горизонтально. Также заменил вот этот кулер на светящийся. Также, если есть снизу теплый пол, то я не знаю, нужны ли вообще вот эти лампочки по бокам. Ну и вообще, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу теплого пола в инкубаторе. Напишите свое мнение, задавайте вопросы и будем с вами вести диалог. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока.